Открыл воровскую серию молодой человек в синей куртке с рюкзаком. Сначала он сложил 10 банок тушенки в корзину, а потом встал между рядами и быстро спрятал все в рюкзак. В этот момент параллельным курсом шел парень в кепке. В его голове тоже созрел коварный план. Он зашел за стеллаж и по такой же схеме, как первый воришка, стал перекладывать продукты из корзины в рюкзак. Видно, что парень торопился и воровал прямо на ходу. В итоге оба злоумышленника покинули магазин с пустыми корзинами и с полными рюкзаками. Две кражи они совершили за одну минуту. Сейчас сотрудники супермаркета их разыскивают. По их словам, молодые люди – частые гости, но поймать их пока не удается. Если вы узнали этих похитителей продуктов, напишите к нам в редакцию. Михаил Вагин, место происшествия. Пьяная. Можно камеру поснимать. Я. Отсюда. Нет, только не сигнали, Дима, она может. Дим, оставь, успокойся. Thank you.